Так, чувак, ты сам спрыгнешь или тебе помочь? И давай, спрыгивай, я еду. Сейчас главное просто успеть, давай. Блин, так, надеюсь, ни у кого там оверки никакой нету. Короче, ладно, погнали в толпу, вот так вот. Так, это уже второй контейнер, погнали быстрее, так. Сейчас главное успеть. Главное успеть. Включаем оверку и... Всем здорова, дорогие друзья, с вами Богатырь Кто, и у нас тут еще одна часть ЗЛПшки на 8 марта, конечно же, их еще будет штуки, может, две, может, три, может, одна вообще только. Короче, посмотрим, но у нас летит уже голдик вот здесь вот, я, наверное, скорее всего, с этой бровочки буду прыгать. Вот так вот летим, и да, я забираю первый голдик, поздравляю меня, конечно же, и переходим к следующим. Ребята, короче, я так понял, там, кажется, едет читер, у нас голдик. А, да, смотрите, просто читер вообще без разницы ему, ну, я вообще насрать на голд, короче, я буду. Вот так вот бьем читера, вообще просто бомбит, наверное, у него сейчас. Все, пошел нафиг. Пусть возьмут лучше обычные люди, короче, ну, посоревнуются, чем лучше какой-то читер говняный возьмет этот голдик. Ну, короче, ладно, переходим к голдам. Ребят, у нас золотой ящик, так, и где-то он сейчас должен у нас лететь. А, вот летит, ага, понял. Так, ну здесь можно с бровки прыгать там, но я сейчас надо как-то успеть разогнаться вот отсюда вот. Давай. Бомба всех взорвала еще, я забрал. Уже второй раз вроде отсюда забираю, как-то похоже там вроде было. Окей, переходим к следующим. Так, ребят, золотой ящик, и он появился прямо передо мной. А это означает, что я сейчас его должен забрать. Потому что не каждому везет, что он появляется, нет, точнее, перед... чем перед кем-то появляется. Короче, ладно, забейте на это. Ставим бомбу. Сливает первого, сливает второго. Там еще одна бомба. Да, я забрал. Успел. Хорош. У нас еще один голдик. Ну, первый я забрал. Так, второй у нас. Что-то пока не замечаю, где у нас, кажется. А, вот, вижу между домиками. Ну, короче, можно делать вид, то, что я не вижу его. Бог. Это конт, ребят. Это конт. И меня сейчас просто застопили. Блин, слили. Жалко, конечно же. Ну ладно, переходим к следующему. Так, ребят, золотой ящик. И да, я заметил, где метка. Офигеть, так, чувак. Надо делать вид, чтобы этот чувак уехал. И, кажется, он уехал. Ладно, похрен. Этот чувак еще один здесь какой-то. А, так, что-то он стоит. Так, чувак, ты сам, наверное, слезешь. И тебе не надо помогать. И... Да, кажется, да, я забрал контейнер этого чувака просто. Ну, что-то он за ЛПшки снимает, я что-то не могу. Ладно, похрену. Короче, поздравляю меня, и у нас еще один голдик. А, сейчас попробуем как-то другой тоже взять. Но этот контейнер мы все равно откроем с вами. Так, чувак. Сливаем всех тут чуваковчиков. Чуваков. Потому что мне все равно не... Я тупо его помешаю. Вы что, лохи, что ли, сверху вообще никто не взял? Ну, давайте откроем наш контейнер, из которого выпадает 125 мин. Замечательно. Так, ребят, золотой ящик. А, у нас где-то сейчас должен полететь. У меня есть бомба. Это просто прекрасно. Так, летит тут-то, понял. Блин, у меня уже кто-то ливает, нахрена, я не понимаю. Ну, какой-то хантер. Ладно, ставим бомбу. Чуваки, просто тут прокуристы какие-то. Ладно, я забрал вообще просто без каких-либо проблем голдик, и мы перешли дальше. Так, ребят, у нас золотой ящик, а это означает, что сейчас я его должен брать. Вижу, где голд. Так, ребят, короче, летит контейнер, у меня там кое-что уведомление вышло. Погнали. Да, я забрал. Прям вот какая-то еще текстурка мне что-то помешала, но я забрал контейнер. Так, ребят, на золотой ящик, надеюсь, будет конт. Так, здесь его нету. Так, где у нас будет? Контейнер летит, ребят, контейнер. Прям сзади вот этой вот бровочки. Надо сейчас как-то вот так аккуратно... Блин, застрял чуть-чуть. Погнали быстрее. Да, забрал контейнер. Контейнер забрал, ребят. Так, у нас еще один голдик. Я только что забрал еще контейнер, и сразу еще один голд. Окей, так, это у нас что будет? Контейнер опять! Прям только что же я забрал, и сейчас опять конт. Окей, короче, сейчас будем вот отсюда вот прыгать. А, давайте, погнали. Давай. И чё? Офигеть, просто два голда подряд. Точнее, два конта. Просто два контейнера подряд.
Охренеть. Лайк за это обязательно поставьте. Так, ребят, у нас, короче, голдик. Я также на Хантере Фризе. Недавно взял два контейнера. У нас тут еще один конт летит и меня ливает. Это тупой магнум. Я бы его уже все равно, скорее всего, там не взял, потому что сверху все запрыгнули бы. Окей, у нас тут еще один голдик. А, здесь что у нас падает? Обычненький. Окей, чувак, что-то лагает. Блин, еще чувак. Ладно, короче, переходим к следующим голдам. Так, ребят, у нас золотой ящик, и у меня есть оверка на Хантере. Короче, я играю, все сейчас такое возьму. Смотрите, просто как мастер берет голды. И учитесь просто. Да и еще слили. Я взял, хорош. Прям как будто знал, что возьму. Так, у нас где-то еще голд вроде был. Ну, сейчас попробуем тоже его найти и взять. Что-то рядом, да? Да-да-да, вот здесь вот летит. Ну, сейчас уже меня, скорее всего, начнут ливать тут все. Да, уже сейчас что-то вас прилетает. Так, ребят, золотой ящик. Я, короче, случайно одел магнум, а там устройство другое было. Ну, вообще не было устройства, точнее. Короче, ладно, давайте вот так вот выстрелим, чтобы, может, кто-то там поедет. Ладно, погнали, короче. О, кстати, почти попал. Давайте вот так вот делаем. Нифига себе! Охренеть, вот это сейчас годно просто было. Так, ребят, золотой ящик. Я, короче, уже магнум переодел. Это хорошо. Не, он, короче, ливает, я понимаю, да. Ливайте. Мне вообще насрать. Потому что здесь метки нету. И она прямо передо мной. Офигеть, как бы. Вот спасибо, ребят, спасибо большое. Вот хоть когда-то вы пригодились. Чувак просто пролетел. Да, я забрал. Вот чувакам просто огромное спасибо. Я еще на них, как главное, не бомбил, потому что все время меня весь кто-то ливает. Но сейчас просто повезло. Охренеть. Вот реально, спасибо большое, то, что слили. Переходим к следующим. Так, чуваки, у нас золотой ящик. Еще один. А у меня есть оверка. Так, здесь и нету. Здесь тоже нет на центре. Ну и по-любому... Ну да, да, конечно. Если контейнер, то он всегда в конце карты. Но если голд, он всегда должен быть передо мной. Вот это уже закон такой у меня. Короче, погнали. Включаем... Ой, блин, там чувак... Блин, надо было чуть-чуть позже включить оверку. Я бы, может, еще его застопил и взял. Эх, жалко, просто жалко, ребят, реально. А, переходим к следующим. Так, ребят, ну, золотой ящик. У меня опять есть оверка. И, надеюсь, где-нибудь в центре, а не, не знаю, в каких-то конце карт. Ясно, короче. Прям только сказал, концы карты не только не падай. И, конечно же, да, падать надо. Ладно, короче, пофигу. Переходим к следующим голдам. А, нет, не переходим. Я только еще не хотел завершить запись. У нас еще один голдик. Ладно, давайте тоже попробуем взять. У нас даже еще голд. А, еще. Вот, кстати, летит он. Вот, здесь один. И сейчас надо как-то... Я не знаю, как правильно... Блин! Ну, я не успел. Просто не успел спрыгнуть. Так, у нас другой летит. Там, что ли, что-то летело? Да, вроде там. Еще голд. Так, здесь вот обычно еще летит. Окей, погнали. Блин, бомба! Так, чуваки, прямо передо мной появилась меточка голда. Чувака, вот... Чувак, у тебя такая судьба. Придется тебя убить. Извиняй. Но пришлось мне это делать. Ладно, погнали. Вот так вот красивенько. Блин, не успел, но все равно забрал голдик. Это самое главное. Ну и, короче, поздравляем меня, конечно же, с этим голдом. Если понравилась данная часть ЛПшки, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал, чтобы не пропускать новых частей ЛПшек на 8 марта и на многие другие праздники. А также хочу сказать, что скоро будет уже 1 апреля, а это значит, что будет, конечно же, прошлогодняя часть ЛПшки. И ждите ее, конечно же, через недельки-две, может, ну, когда будет уже праздник сам. Ну, а также желаю всем удачи, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.